Генеральный план столицы скорректирован до 2030 года. Итоговый макет главного города страны Нурсултана Назарбаева сегодня представили в научно-исследовательском проектном институте «Астана-Генплан». Также президента ознакомили с ходом застройки улицы Уорнбор, района нового железнодорожного вокзала и проектом второй очереди бульвара Нуржол. Как подчеркнул глава государства, сегодня столица – это гордость всех казахстанцев. За короткий срок город стал настоящим административным, культурным, деловым, образовательным и медицинским центром нашей страны. Будущее очень большое. Мы продолжаем строить город, теперь обустраивать, обращать внимание больше на внутренние вопросы, доделывать, что не доделали. Мы знаем, какие есть недостатки, есть проблема парковок, мы его будем решать обязательно. Вот недавние ливневые дожди показали, что с отводом ливневых канализаций не очень. И этот вопрос надо решать. И надо сполна решать вопросы, наверное, детских садов, школ, по больницам, по культуре, по спорту. Мы закончили. Деньги направлять на то, что нужно людям. Удобство делать для людей. Поэтому сегодня я рассмотрел совершенно по-новому, как будут застраиваться новые улицы, которые построены вокруг Экспо, внутри города, благоустройство водно-зеленого бульвара по новому подходу, новые парки, самый главный из них ботанический сад объемом 100 гектаров. Это все создает совершенно другой мегаполис в самом центре нашей страны и будет служить всем казахстанцам на благо наших граждан.